Чуваки, короче, всем салют. Я сейчас нахожусь в своем втором доме в Мытищах у моего лучшего друга Тонио Криганю. Я Тонио Криганю, Тошик Дошик, сделал мне фрикостер. Антон, пожалуйста, продемонстрируй, как работает фрикостер. Сделай барспин. На твоих... Давай. Антон, давай, пожалуйста. Давай, да. Антон делает барспин на моем фрикостере. С первой попытки давай схватывай. Вот! Лучший! Но велик у тебя полная хуйня, чувак. Тони Фергюсон, просто, чуваки. Пау-пау-пау, чуваки. Да нахуй ты... Просто полетели, блядь. Знаешь, как заводится мотоцикл? Просто... На! Схватил. И поэтому прям сейчас едем кататься на улицу, да? Ну да, понял. Так, все, сейчас будут кадры, как мы на улице. Все, чуваки, короче, мы уже на улице. Время... 0:50. А мы нашли перилу, и сейчас Тошик хочет ее взять. Вообще не хочет, а он ее возьмет. Давай, Тошик, поехали. Ну, она по руль. Ну давай, ты прыгал, ты же даль прыгнешь. Давай, Антон, не сыпь. Бля, да. Ну, чуваки, в общем, все. Антон только недавно, кстати, начал брать перилы вниз. Ебать! Ебать! Тошик-дошик in the house, чуваки. Время уже 0:53, а мы уже взяли первую перилу. Короче, чуваки, мы проехали буквально вон метров 10. Тошик нашел еще одну перилу, сейчас тоже ее хочет взять. Да, чувак, да, давай. Ебаный в рот. Давай, чувак. Я не ебу, как подъехать просто. Чел, просто разгонись, ебать, вот так вот. И прыгни. Чел, она как та. Да это ясен хуй. Но, блядь, чувак, тут этот забор, я не понимаю, как, блядь, запрыгну на нее. Че, давай посмотрим, может, еще такая же есть. Мне вообще не нравится подъезд. Ну тогда, короче, нет, ты не будешь ее брать. А хуй это? Давай. Да я не знаю, бля. Стрём. Ну ладно, блядь, давай. Давай, Антон. Чуваки, это все ради влога. Подписывайся на Тошку-Дошку. Он сделал мне фрик, делает даблпек. И, чуваки, контент. Я был готов. Давай, все, был готов. Давай. Я просто еще, знаешь, не очень по рейлам. Я даже не так проехать ее. Чувак, я туда наебнусь. Чуваки, наебнется нам контент. Но Тошик мой друг, поэтому он не уебет. Хорош! Давай еще раз сделаем. Давай. Хорош, Тошик. Ай, давай. Надо ехать, да, чувак. Ебой, Тошик-Дошик, Саламар Джексон. В общем, все, чуваки, мы в скейт-парке. Здесь вот квотер забаррикадирован. Здесь такой недокикер. Антон Дошираков. Рейла такая, типа апрейл. Потом еще такая рейла. И такой недоподкат. Сейчас, пацаны, мы здесь будем делать трюки. Антон, давай сразу что-нибудь. Есть. Тони Фергюсон. На нахуй. Да что за хуйня с фейками? Выходи. Чайки, ну во влог пойдет, я думаю. Но! Вот это было стильно. На, изи. Пушка! Левла пушечка прям. Не делает Стас секунд. Ой, ну все, ладно, ставим хэштег Стас Про. Про Тима. О, чуваки! Воу! Ну, чувак, никто не видел? Никто не видел, чуваки. Там замажем, все но чисто. Я сделал чисто, да. С первой попытки, чуваки, никак не монтаж, все. Ну, с первой нормально думаю, да? Короче, чуваки, полный пиздец, мы только сняли в Токио Нети бар, фейки бар, халфка бар, чуваки. И просто во двор заезжает полиция, нахуй, мусора. И, чуваки, я просто обосрался, Мы сегодня хотели, короче, чуваки, поехать в парк. А нас приняли опять полиция. Если вам интересно, 150 лайков, я расскажу, почему нас приняли. Но это был пиздец. Мне кажется, это вызов, типа, понял, по поводу того, что мы шумели, блядь. Да. Мы же поэтому фанбоксу дергались. Да. Чуваки, короче, мы на самом деле хотели снять вот этот ванати бар, фейки бар, халфка бар и дробность грузовика. Но полиция нам не дала, чуваки. Короче, чуваки, мы такие катаемся, думаем, куда поехать. И, чуваки, Антон вспоминает, а выключил ли он ванну? Полный пиздец, полная пенная вечеринка сейчас нахуй будет. Так, чуваки, а вот так мы врываемся к Антону домой. Здесь у нас паркур-сити такой.
Опа, здравствуйте. Давай, блядь, быстрее, нахуй. Как начать такая пенная вечеринка, нахуй. Пизда. Я не буду. Не, ну без рофла я вырубил или нет, блядь? Я не помню, я тоже не помню. Сука, да, кстати, я, по-моему, не вырубил. И что делать? Пиздец, нахуй. Вызывать доктора... Соседи, блядь, в ахуе, мне кажется. Вызывать доктора Пеппера? Блядь, я не вырубил. Чувак, тихо. Охуеть, ебать повезло. Чтобы вы понимали, мы катались 50 минут. Это вообще джакузи баунти, нахуй. Бля, чувак, я... Короче, чуваки, мы находимся где? Где-то в Леонидовке, короче, в мытище. Чуваки, короче, мы приехали на такой спот, не докёрлит, и Антон пробует его взять. Ебой! Хорош, Тони Крюгер. Блядь, Дюдик in the house, нахуй. Да. Дюдик разъёбывает видос по полной. Как всегда, чувак. Оу, чава кал. Пошёл к самому стабильному. Йоу, Тоник, выгонь. Так, пацаны, с вами Тёма Карти и Стас Сямба. Да ладно, ты на неё прыгнул, блядь. Чувак, куфу панда, блядь. Бля, на, чувак. Жёстко, бля. Чувак, чё? Ты будто, блядь, ванет с один ступени сделал. Пиздец. Давай я попробую. Давай. Отпрыгнуть сложно, да? Ебой! Ебой, джама как? Да ладно! На мену, он научился мену. Так, я угнал данный канал и бал Стаса в анал. Ничего личного, бро, давай это делай. Чуваки, если он сейчас не делает, то он не мутищий сквад реально. Чувак, ты должен за последний попытку. Да ладно! Блять! Чуваки, это реально заслужен, чувак, вот, блядь, респект. Антон, он живет с нами, мне похуй. Не хочу с тобой, понимаете, блядь, пиздец, мне больно, козёл. Не хочу. Я тебе сказал. Убей его, ебашь его нахуй. Я сотни. Убей его, давай, убей его нахуй. Козёл, ебать. Режь, блядь, просто. Ух, нахуй, блядь. Чувак, это сейчас будет ММА, нахуй. Давай, чувак, я ставлю на... Ставлю на... Нет, нет, он вне игры. Фергюсон. Есть попить план? Пять сотен. Кто кому ебал на чисте? Нет, драться нет. Реально, пять сотен. Просто вот. Блин, не хочу драться. Ну надо, ну... Хочешь жить, умей драться. Реально. Сори. Смотри, сейчас. Ты сломался. Ты сломался, ты понял?